Друзья, всем привет! С вами на связи снова Мансун с последним и заключительным на этой неделе видеоотчетом по прохождению курса Poker Pro. Вкратце, как всегда, расскажу, что сейчас интересного на курсе у меня происходит и чем мы занимаемся. Последние несколько дней, особенно сегодня, можно охарактеризовать одним словом. Это работа, много работы, в основном теоретической, то есть разбор задач, просмотр различных лекций и дополнительных видеоматериалов, РНЖ. В общем, очень интересная, очень полезная, я надеюсь, я уверен, что полезная работа. Такая работа, о которой, когда обучаешься самостоятельно, зачастую забываешь, так или иначе ее откладываешь, и очень сложно бывает себя как-то форсировать к тому, чтобы заниматься теорией и именно изучать игру, и стратегию игры, и математику игры. И очень часто ты отвлекаешься непосредственно на практику, и так или иначе каждый день теоретическая часть, она задвигается в долгий ящик. Очень здорово, что на курсе меня как бы сподвигают и мотивируют заниматься теоретической частью, выполнять домашние задания и все это также проходить, не лениться и все заучивать. Конечно, нужно отметить, что за одну неделю я все это точно не запомню, то есть к этому материалу еще придется возвращаться, и я думаю, что не раз. РНЖ я буду еще достаточно долгое время, скорее всего, запоминать и обкатывать на практике, возможно, как-то под себя подстраивать. Какие-то теоретические моменты также обязательно буду повторять, потому что хочу, чтобы они крепко вошли в мою стратегию игры и подход к игре в целом. Ну а уже завтра у нас должна пройти третья тренировка. Мне просто страшно представить, что Петр нам даст на этой неделе, потому что материал второй недели был очень крутым, очень интересным и, можно сказать, ломовым таким в плане того, насколько он сильно повлиял на мое развитие. Поэтому я надеюсь, что завтра материал будет также очень интересным. Надеюсь, что работа будет еще более насыщенной на третьей неделе. Буду обязательно держать вас в курсе. Так что, как всегда, оставайтесь на связи и всем пока.